В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! И начинаем новый день сентября с погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-18. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 6, а днем 20-25 градусов тепла и местами до плюс 20. В южных районах местами высокая пожароопасность 4 класса. В Черкесске без осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-18. Температура ночью 10-12, а днем 22-24 градусов тепла. «Жить родине, служить» гласит пословица. В России с начала 2023 года набрали порядка 325 тысяч контрактников, среди которых и наши земляки. Служба по контракту «Выбор сильных» считает Рамазан Муртазалиев из Прикубанского района. Подробности у Али Баташева. Рамазан Муртазалиев с детства хотел стать защитником Родины. После кадетского корпуса он поступил в военное училище, но из-за травмы курсанту пришлось уволиться. Рамазан не терял надежды стать военным и воспользовался возможностью заключить контракт с Министерством обороны. У меня травма колена была, и мне медкомиссия не пропустила, и мне пришлось уволиться. Но после этого я восстановил колено, решил вернуться в армию, подписать контракт. Хотел бы в артиллерию попасть. Командира гаубицы. Посмотрим, сейчас уже дальше решаться будет уже там, после подписания контракта. Заключение контракта на военную службу – важный шаг для тех, кто мечтает стать частью армии и служить своей стране. Для этого кандидату необходимо воспользоваться порталом госуслуги или обратиться в военный комиссариат, в котором он состоит на воинском учете. Дальнейшее разъяснят инструктора. В пункте отбора рассказали о социальных льготах и гарантиях, предоставляемых контрактнику. В частности, это единоразовая выплата в размере 195 тысяч рублей от президента страны и 100 тысяч от главы Карачаево-Черкесии. Минимальная зарплата контрактника составит 204 тысячи рублей. В зависимости от занимаемой должности она будет расти. Будут выплаты у вас за поднаем жилья или будете обеспечиваться служебным жильем? Вот, если есть дети, то есть возможность отправить их в детские оздоровительные лагеря, кредитные каникулы. Также вам будет предоставлен двухнедельный отпуск, оплачиваемый двухнедельный отпуск. Пункт отбора на военную службу по контракту находится в Черкесске по адресу улица Комсомольская, 31. Телефон для справок 8 878 22 60 461. Али Баташев, Вести Карачаево-Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке. Затем также программы «Абазинская редакция». В 14:30 «Вести Карачаево-Черкесия» с Муратом Джанкезовым. Всем хорошего дня и встретимся завтра.